вы все равно скоро сдохнете. Капитан Прайс, Аль-Ассад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Ассада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Лоялисты ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, сэр. Помощь сюда! Он ранен! Противник убит! Противник! Жилить! Отлично! Трассы выше своих соседников. Как время и вторжение сил США не разглашается по причинам безопасности. Министр обороны США сообщил, что в операции есть попадание. Спокойной ночи. Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Ты ведь с нами? Ну, если очень надо... Еще бы, черт возьми! Иван, приготовься к атаке. По моему сигналу. Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял. Прикрою левый фланг. Всем отрядам, приступить к штурму! Контакт к северо-западу! Соуф, нейтрализуй пулеметчиков в окнах, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму! Черт! Вражеские вертолеты!
Ничего не говорил о вертолетах, Комаров. Но я и не говорил, что здесь не будет. Мы должны защитить моих людей от вертолетов. Сюда! Быстрее, Комаров! Мне нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан Прайс. Возьмем БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложить, сколько еще времени вам нужно. Хорошо, я их задержу. Бастард может выбить там из него всю информацию. Пока нет. Контакт к северу. Минус противник. Прикрой, пока заряжаю. Мои люди попали в окружение. Прикройте их с утеса. Где наш шпион? Время на исходе. У нас потери. Помогите нам. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. Хоть какой-то успех. Теперь за мной, к электростанции. Если мои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Довольно. Где этот шпион? Уже начался решающий штурм. Если твои снайперы нам помогут, он... В доме. Ну, так уж сложно. На северо-восточном краю деревни. Соу, газ. Мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то случилось. Вперед. Что вам нужно? Кто вы? Спецназ? Это он! Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать смогу.
Орлан говорит Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием! Б-6, на связи Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли!